Сегодня 5 июля, 187 день года в Григорианском календаре. До конца года остается 179 дней. В этот день в 1687 году были опубликованы математические начала натуральной философии Исаака Ньютона. В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство. В 1946 году французский модельер Луи Риарт впервые представил купальник бикини. В 1748 году ученый Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения материи и движения. В 1964 году Элвис Пресли записал свою первую песню «That's Alright». В этот день, в 1881 году, в Египте была открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов. Сегодня именины отмечают Василий, Геннадий, Григорий и Федор.